Вожатые Якутии стали лучшими на 10-м международном конкурсе «Вожатское сердце планеты» в Новосибирске. В этом году он собрал участников из 18 регионов России и Республики Казахстан. В честь Якутии и вожатых республики защищали вожатый районного отряда «Альтаир» Алекминска Максим Юцифа и Эльмира Альроева, представляющая детскую общественную организацию «Орбита» второй школы поселка Жатай. Я занял 2 призовых места. Это в номинации детского жюри и в номинации взрослого жюри. И также я получил номинацию признания всех вожатых. Это все вожатые, которые там были на конкурсе, они голосовали каждый день за какого-то именно представителя. Ну и мы показали Якутию, показали, как у нас тут развито вожатское мастерство и прочее. Было всего 16 этапов, различные этапы. Заранее мы об этих этапах вообще не знали. То есть была такая интересная... как-то интрига перед этапами, и это все нас сплотило вместе с ребятами, и нас пригласили в различные центры работать.